Протестующими дольщиками у стен областного правительства уже никого не удивишь. Более того, уже даже непривычно, если несогласных нет. В руках у Надежды Зайцевой плакат с надписью «Люди на грани». Литер 2 по улице Парижской коммуны, объект СУ-155. Обещают сдать в сентябре. Дел еще много, и строители в очередной раз не уложатся в сроки. В этом дольщики почти уверены. За каждым таким транспарантом человеческие судьбы. Надежда Зайцева после смерти сестры воспитывает племянника. В 2013-м вложилась в долевое строительство, чтобы у парня была своя жилплощадь. И вот уже много лет в ее однушке они ждут новоселья. Сотрудники правительства к протестующим дольщикам привыкли и даже не замечают их. Никто не вышел, даже не посмотрел, в чем мы тут ходим. Сели в свою машину, уехали, также приехали. Ну, им надо, наверное, за этим еще с движением следить, а не на наши плакаты смотреть. То есть равнодушие полнейшее. На нас вообще никто не обращает внимания. Я так поглядываю, думаю, может, из окон читают или еще чего. Вообще никто даже не выглядывает. То есть никого это вообще не интересует.